Здорово всем, с вами Назар. Продолжаем играть за Трапезунд Европа 4. Итак, в этой серии мы попробуем захватить у Малинди последнюю провинцию, которая нам нужна для того, чтобы сформировать три торговых компании. Вот, две уже у нас сейчас будут. Вот, прям таки сейчас буду их формировать. Вот здесь я перекрестил, значит, нужно отдавать, оно как-то влияет на закаривание или нет? Даже интересно. Да не, одно и то же. И может, надо подождать чуть-чуть. Тут тоже перекрестил. Давайте попробуем, посмотрим. Да не, одно и то же. Можно и так, можно сначала перекрещивать. Короче, без разницы. Вот. Тут. И польскую еще поставим. Персидские две. Эти пока что подождем, наверное. Хотя можно и поставить, конечно. Ну ладно, пусть пока что будет в режиме ожидания. Так, вот тут с этими крепостями. Или пусть будут, наверное. Пусть будут пока что. А там посмотрим. В общем, еще 10 тысяч сюда надо доперевести, чтобы быть уверенным, что нас там никто не будет цеплять, что там все пройдет хорошо. Вот, отправляем, крестим, указываем им на истинный путь. Это претенденты. Я думал, тут уже Оман борется за свою независимость. Вот здесь, конечно, лимита не хватает, но ничего, мы сейчас объявим сразу войну. И быстренько разделим их. Вот, фабрикуются тут еще претензии. Надо будет на мамлюка еще напасть. Ну, посмотрим, что у нас здесь будет. Как да чё. Франция. Так, войска, точнее, корабли мы убираем отсюда. Так, тут нету нигде прибрежной крепости, к сожалению. Так, это мы разделяем сразу на две штуки, пусть уплывают. Вроде бы тут никаких флотов нету, ну хотя можно и подождать. Вот, чтобы уже точно безопасно ушли. Тут Адаль еще какие-то имеет свои корабли. Это чье? Это Малинди. Ага. Надо, короче, дождаться, пусть они уйдут. Все, вроде как разошлись в море корабли. Объявляем войну. Ну, тут можно и по священке воевать. А, еще Йемену себе призвали. Ну ладно, ну ладно. Ну, я надеюсь, что хватит только Малиндию оккупировать. Вот, ну, посмотрим. Как оно будет. Тут ты меня, конечно же, не пустишь. И сюда ты меня, конечно же, тоже не пустишь. Значит, мы подойдем пока что сюда. Пока что тут будем оккупировать. Так, тут надо 10 артиллерии. Ну что, сейчас оно там остановится. Так, тут попробуем сбить национализацию. Ну, не то чтобы сбить. Хорасанские. Вы же здесь должны были восстать. Алло. Еще партикуляристы. Ну, эти точно восстанут. Эти тоже точно восстанут. Блин, тут еще и убрал 10 тысяч. А отсюда не хочется убирать войска, потому что тут будет восстание очень скоро. А тут 26 тысяч и генерал на 6. Они, кстати, вот тут что-то восстали. И тут еще хорасанские, чуешь? Что-то ты, Харасан, тут слишком большой получается. Где-то на 5 лет меньше. Ха. Прикольно. Тихо. Тут идут
И они, походу, будут меня тоже тут брать. Значит, надо отойти. Надо отойти. И вы будете меня тут долбить, да? Блинский блин. Эризон и Кафа. Ну, так здесь. Кафа тут. Эризон тут. Уровень автономии снижался, вот оно и будет меня тут долбить постоянно. Ну ладно, ну тут надо ждать. Тут надо ждать. Ничего пока не поделаешь. Тебя мы уберем куда-нибудь сюда. Пусть пока что, короче, развлекаются. Нифига себе, 40 тысяч. Ты чё? Блин, я даже не знаю. Три маневра, ну естественно, что будет у тебя три маневра. Ладно, подождем, наверное, тоже. Хотя, с другой стороны, ждать. Он повысит. Ай, блин, рискнем. Это, наверное, тупая идея. Но я попробую ее реализовать. Ну, в принципе, нормально все прошло. Даже не знаю, как это у нас так получилось. Так, вы тут вот восстали. Значит, вас, пацаны, давай куда-нибудь сюда. Пока что передвигаем, а то тут 55 тысяч на нас приперлось. О, здрасте. Здрасте. Потеря. Да плевать, господи, плевать. Просто плевать. Давай сюда мне камеру. И ты будешь помогать. Отстой. 17-е. А ты не успеешь тут взять. А нет, ты успел. Значит, давай на быстренько сюда дуй. А то нам сейчас тут наваляют. И нам по-любому наваляют. Значит, надо отступить в соседнюю пробку. Вот сюда надо отступать. Ух ты, 6 огня. Нифига себе. За мой счет прокачались, видите, я правильно говорил, что тут 30 тысяч не хватит. Надо много брать. Ну и тут надо немножечко подождать, восстановиться. И тогда продолжить. Так, о. Это хорошо. Хорошо. Идем сюда. Так, а ты будешь долго топать. Значит, врубаем тебя ускоренный. Давай топай сюда. Ну, эти сейчас, ну, возможно, вот здесь будут эти мозги пудрить. Там еще афганские. Уже Мултан, разваливайся уже. Сколько можно. Так, ладно, поехали. Конечно, полки не пополнены. Но ничего. Вот ты смотри, рвут нас. Хотя мы и побеждаем, но они нас тут... Тут рвут. Так, Адали, хотел ли бы ты... Ну, конечно же, нет, потому что еще очень недолго идет эта война. Так, где у тебя столица? Аж вон тут. И вообще ни одной крепости. Жесть. А что ты маленький? У тебя же должна быть прибылька хоть какая-то нормальная. Еще вас тут, господи. Короче. Круче, склифосовский. Все очень плохо. Все очень плохо. Тебя отправлю вот сюда. С этой стороны можно на этих заходить. Тут мы зайдем как-нибудь. Еще сунниты повылазят. Так, одну отбили. Хорошо, это берем, перейдем куда-нибудь сюда. Там, правда, нету содержания, че. Какой-то провинция. Че такое? Мушаша. Ясно. Да ладно, боже. Казус Бейли. Мушаша. И че с тобой уже воевать? Закрепиться в Занзибаре. Улучшить с поляками. Защита от Англии. 108 армий. Ты чё?
Каких 108? Наверное, лимита столько нету. 150 лимит? Дрысть. Здрасте, даже не знал. Завоевать Занзибар. А что толку, если отсюда на север нельзя передавать торговое влияние? Толку от этого? Разработчики ведь не хотят сделать динамические торговые пути. Не хотят. Толку мне туда идти и там что-то закрепляться. С поляками сотка. Там мы же владеем их территориями. Хотя невозможно. Мы тут вернули им немножко проф. С избегеми. Да-да-да. Да-да-да, с избегеми, конечно. Давай с поляком. Получаем. Так, и что у нас есть на этого, да? Претензию можно создать, но куда? Никуда. Нужно отзывать шпионов. Зря фабриковал. Надо было еще до этого вот здесь создать претензии. Эх, кто ж бы знал. Ну, давайте тут создадим. Так, Ормус. Хочу на сам Ормус. Хотелось бы его забрать. А тут пока не хватает. Значит, тут мы подождем. Так, здесь разделяемся. Опа, не надо было разделяться. Так бы их быстрее тут уничтожили, возможно, даже. А мы и так уничтожили. Какие мы молодцы. Так, и чё? Иди сюда или сюда. О, молодца. Молодца. Поехали сюда, даже с непополненными полками. Вперед, ура! За родину. Так, ты сюда, ты иди. О! И фанатики сунниты. А, сейчас опять до 50 тысяч просядет. Это еще не все. Еще повылазить всякого дерьма. Там долго еще до. До. Ну, не сильно долго, не сильно. Университеты достроились, я тут между сериями вроде бы строил еще два. Их. Жизнь моя жестянка. Так, и тебя уничтожили. Хорошо, тут по пути пока будем идти. Давайте заглянем вот в эту сторону, может испугаем их. И они убегут. Так, тут давай вот так попробуем. Так, заключили мир. Чернигово. Слушай, ну тут такая армия нехилая. 6-4 генерал. Генерал на 3 осады. А Союз России так и не убрали, да? Окей. Ну тут вряд ли получится вот такую целую полоску брать. Даже можно об этом не мечтать, да и нам не особо и надо. Ну тут взять. Ну, кисмайо даже неплохо заходит. Шестерочка. Развитие. 15-19. Если бы вот не эти 15-19, то можно было бы что-то взять там побольше. Можно было нормально себя тут бегать. Вот, а так не получится. Яск. Где это? Это здесь. Ну, вроде, ну, четверка развития. Казалось бы, что там должно вылезти? 3000, да? Ну, ладно, не 3, 10. Но. Там вылезет 10 тысяч. Там так и вылезет.
Так, взяли мы твою столицу. Давай мне это кисмайо. Мяу кисми, да, как пьется в одной песне. Но я бы взял две даже, чтобы можно было тут как-то туда-сюда бегать, что-то делать. Даже бы вот сюда взял, но надо тут смотреть по культуре. Суахильская. А тут какая? А, тут сомалийская. Значит, лучше вот сюда брать. Чтобы было одной культурной группы, чтобы одного типа повстанцы вылезли. Ну и все, репарации. Я бы хотел репарации. Давайте парочку про возьмем для них. Тут должны идти нормальные репарации от него. Мне тем более с деньгами, сами видите, никак не могу вылезти из этого вот всего. Так, давайте закурим, наверное, все подряд, все, что можно. Ну, ты давай продолжай сюда бегать. Так, надеюсь, я на него не нападу. Так, и вы, мудилы, прошли тут. Будьте мозги мне пудрить. Так. Ладно. Ах ты, зараза. Еще хочешь отбить. Ну. О! Согласен. Вот так вот. Репарации, две пробочки. Все. Торговые вот эти. Ну, вот тут разве что можно было бы взять. Оно, конечно, отсюда на Ормус отходит. Ну, может, когда-нибудь в другой жизни. Так. Тебя сюда. Тебя заберем отсюда, войска. Мушаша. Слушай, может напасть сразу. Пока он союза не заключил, он уже улучшает вот отношения. Это, бляха-муха, опасно. Так, давай на мускат. 80 на османчика есть. Можно было бы, конечно, сфабриковать какую-нибудь претензию. Но я бы лучше ему какую-то подлянку сделал. Посеял недовольство. Ну, а чё бы нет. Он мне сеял, сеял. Вот я ему посею. Так. И вот это все закроем. Тут 0,6. Конечно, это не особо хорошо так делать. Но хрен с ним. Я не хочу сюда возвращаться. Так, и... Ага, тут. Тихо. Надо дождаться сначала, перекрестить, потом вот это сделаем. Ой, да не может быть, что вы вторглись. Так, поехали сюда. Можно было, конечно, сразу сделать и уже получать бонусы тут. Ну, я, наверное, подожду, чтобы все было нормально. Сколько тут времени он займет? 11 месяцев, годик. Так уж и долго. Так, берем. Я думаю, что берем. И сразу улучшаем нас-то, тем более, что тут есть много повстанцев со старыми нашими технологиями военными, скажем это так. Так ведь можно сказать, я думаю, что можно. Так, подходим пока сюда. Эти, возможно, уйдут. Твой падла. Перекрещиваете еще тут. Так. Ты давай сюда. Вот он доработает, он сразу и упадет от этих риски восстаний. Так, тебя тут нету. Тебя. А я даже не знаю, что я там взял. А что я должен брать? Вроде бы 5.
этого и 5 этого. Это то, что я убирал вот с вот этой вот армии. Так, мушаша, мушаша, мушаша. Объявляем войну, ибо всякое возможно. Можно даже его взять за вассала. Наверное, так и сделаю. Возможно. Вероятно, но не знаю, не знаю. Но, правда, он, конечно, хочет. У него есть много на нас тут всяких разных претензий. Национальных провинций его. Вот. Вот если так посмотреть, то тут охереть, какое большое количество. Так что тут такое дело. Давайте, хаски, восстаньте. Так, вот я, наверное, подожду. Все-таки месяцок. Тут и ждем, пока... Пока что. Давайте вот эти хотя бы уничтожим. Ну, я сейчас тут нападу, и вот этот вмешается. Посмотрите. Че? Куда? Чувак, денег нету. Мы тут еле держимся. Так, ты нападешь через месяц. Отлично, у нас тут все пополнится. Нападай. Флаг тебе в руки. Так, сюда десятка, сюда еще два заходика. Эх, не хватает, конечно, лимита. Или у меня я немножко уничтожил. А, у меня есть лимит. Надо еще построить транспорта. Раз, два, три, четыре, пять. Пока что пять пока построим. Так. Сейчас будем перехватывать немножко. Так, минуснули. Хорошо, хорошо. Сюда сейчас привезем пару полков из Африки. Блин, три звезды, ну нормально. Только появился на карте, сразу три звезды ему дают. Справедливо, чё. Очень справедливо. Так, здесь отобьет крепость. Тут я отойду. Ну, давай, иди сюда. Камон. Грица. Ой, там надо поотбивать. Мы сделаем вот так. Тысячку сразу сюда отправляем. То сейчас еще отвалится. Фиг его знает. Нет, ты сюда поперся. Какой-то беды. Понятно какой. Еще мы идем сюда. Сейчас тут с двух сторон тебя нападем. И сделаем тебе ататай. Так, ты приехал. Ты едь сюда. Саживайся сюда и пойдешь в обе стороны отбивать вот эти вот провинции. Так, что там, что там? Админочка. Админочку я бы взял. Я бы взял с большой-большой радостью. И сразу вот это надо брать. Ой, а какая группа? Я даже не думал. Оборону чё ли брать? Чё ли что? Чё ли нападение? Дисциплина, конечно, было бы отлично. Но тут боевой дух нам бы повысить. Содержание армии, соответственно, можно больше армию. Тут дипломатия, в принципе, не нужна. Пока. Я бы взял гуманизм, конечно. Тогда можно сбивать автономию достаточно в больших количествах и не боясь. Взял бы новаторство. Тоже хорошая штука. Очень хорошая. Советников там понанимал себе. Вот это вот вообще имба, наверное, самая имбовая идея из всех, что тут присутствует. И на техе, и на институт. Минус 10%. Да. Да и это хорошо. Да и это хорошо, и это хорошо. Ну, первые две, конечно, фигня. А вот дальше все идет. Отличный. Ну, мне надо военку. Мне надо военку брать. Это, конечно, на развитие государства. Вот это на развитие армии. Мне нужна армия. Мне нужна сильная армия. Наступательные, конечно, хороши. Генералы тут получаются хорошие.
Вот, но вот этот трэш, это нам не надо. Это фигня. Ну как фигня? Это нормально, но фигня. Это хорошо, и вот это хорошо. Ну и эти две тоже хорошо. Традиции хорошо. Боевой дух армии отлично. Маневренность, ну, такое. Сдержание армии хорошо. Сдержание крепости, наверное, хорошо. Скорость пополнения их полков очень хорошо. После битвы у тебя быстро восстанавливаются войска. Потери от истощения отлично. Истощение вражеских. Короче, беру оборону и все. И чё я буду думать? Зачем мне думать? Бери, да и все. Так. Еще три владения. О боже. Басра, Уристан. Уристан. Ну тут одно еще на персидскую культуру. Сюда такое зарезервировано. Не, ну можно, вот тут было бы тоже неплохо. Басру. Забабахать. Ну, наверное, пока что подождем. Сейчас. Оскорбили нас. Я тебя войну бью, ты меня оскорбляешь, да? Симметричные ответы, да. Так, тут один схваты. Тут сюда. Сюда. Тут плодятся, вижу, займы, наверное. Ой, папа, я, бляха, даже не посмотрел. А, седьмая, одиннадцатая, нормально. Нормально. Тут быстрее придет за генералом. Ну, есть минус нули. Ормус можно не благодарить. Конечно, я тебе тут не пойду отбивать. Ибо пошел ты в баню. Ты помогал Осману воевать против нас. Так что пошел ты в баню. Я тебе не помогу. Тут можно сбить. Да вроде бы все нормально. Хаски, ну, восстанут там этих 10 тысяч. И чё? И чё? И ничего. Эти до сих пор воюют, господи, за эту несчастную Валахию. Не, ну, блин, 3 звезды, конечно, 3-6, жесть. Какой генерал? У страны, которая только появилась на карте. Да. Справедливо, чё. Чё у нас, кстати, вот здесь по торговле? Ну, тут у меня купца, конечно, нету, но... Ну, две монетки увозим. Сюда еще отвозим. Так, тут, наверное, вот эту фигню надо ставить. Да, обязательно надо ставить. Тут это обязательно. Ормус. Блин, я вот никак нигде не могу поймать, чтобы так, чтобы осман там был. Ну, тут он торгует. По-любому торгует. Но почему-то... Может, не торгуют? Может, тут должно быть купцы, наверное. А мушаша, вот, например, тут есть? Нет. А, значит, тут должны быть купцы. Ну, здесь у него есть купцы. А тут? Тут нету. А тут? И тут нету. Странный что-то какой-то осман. Тут в Занзибар уходит. Надо перенаправить в нормальное русло. Так, пока что мы давайте заберем с Инда, я думаю. Пусть сюда закидывает. 20% нормально. Так, тут пираты. Малинди. Так, ты вроде бы вот отсюда был. Давайте сюда скинем.
Россию. Чё? Просто, короче, ничего, ни черта не смогли сделать. Хрена воевать тогда. Да не может быть, ты меня оскорбил. Что же делать? Что же делать? Так, тут, я думаю, достаточно. На это вот там что-то фабрикую. Зачем, не знаю. Чтоб быстрее осады шли, видимо. Так, ты давай тут быстренько бери, пока не отвалился. Угу. Полезная штука. Хорошо. Так, и последние ребята. Тут какие? Джуранские. Да, вот по нулям сидят. А хотя нет, тут видите, нет, стоп, Кисмайо. А тут, наверное, Сунеты, да. Такое. Так, обратили. Кисмайо. Сразу делаем сюда Бабех. И Бабех. И мы получили три... Точнее, выполнили три задания. Отлично. Отлично. Так, поехали дальше. Тут еще пока никого не перекрестили. Стопэ. Сунит. Ну ладно, хрен с ним. Потом разберемся. Потом разберемся. Так. Предвидения еще него не было. Окей. Так, раз уж мы притворились, раз уж у нас тут такие большие бонусы, мы еще и совет можем созвать, но я бы не созывал. Или созвать... Ай, блин. Не хочу. Просто не хочу. 15 лояльность. Ну надо, надо. Хочешь, не хочешь, надо. И надо поднять ополчение, на всякий случай. Осман не дремлет. Что-то долго вот это вот осаждаем. Реально очень долго. Пороку с вторым уровнем крепости. Странно это. Поехали сюда. О, еще кораблики. У этих гражданская война. Где не надо. Так, отвалился вот тут Мултану кусок, и тут кусок отвалился. Блин, 38. Сколько это стоит за 113,6? Дорого. Так, ну сейчас посмотрим, что тут нам скажет Тагра. Скажет, что ты, пацан, офигел немножко. Ну, коалиции, конечно, не будет. Январь. Угу. Ждать тут не получится. А если... Ну, вассалом тут точно не будет. Хотя то же самое получается. Просто если его сделать вассалом, у него будет постоянно вылетать такие ивенты, что он требует вот эти вот свои территории. Если ему не отдавать эти территории, будет ухудшаться отношения. Очень сильно будет ухудшаться отношения. Вот. И будет тяжело набить. Плюс 190, наверное. Еще может быть, что он не захочет, типа, ну там у него будет большое желание свободы, он не захочет присоединяться, короче, вот это вот все начнется, весь вся эта дичь. Хотя, а если, ну что, ну тут только вот это можно забрать, а у него вот тут останутся все равно. Что толку никакого. Так, сейчас 45 19. Эх, нам бы вот тут взять,
чуть-чуть осталось, это реально чуть-чуть. По 7 в месяц, 740, 60 осталось. Ну реально годик остался, чуть-чуть больше. Или меньше. Годик будем считать. Давайте, наверное, посидим пока этот годик. Вот так. А там посмотрим. Так, ну и пока мы сидим, пока делать нечего, мы давайте потренируем наши войска. В чем бы и нет. Можно, конечно, убрать, но деньги есть вроде как. Так, я хочу сам ставить, кого перекрещивать. С этой стороны пойдем. Так, квартирмейстер тут на единичку. Лимит, скорость пополнения. Ну, берем скорость пополнения пока что. Хотя тут, конечно, троечку бы взять, но... Ну, тут министр дворян теряет 15 лояльности, у меня тут есть только 11, которые я могу себе позволить потерять. Вот. Кстати, осман, я от тебя бы карты похитил. 50-ка, ты по-любому там знаешь, возле Южной Африки. Вот, падла. Тут я, блин, провтыкал. Было бы отлично его тут разбить, чтобы он тут не бегал в качестве повстанца. Да чё вы мрёте? Чё вы мрёте? Казаков пока ничего не надо. Ага, вот тут. А тут тоже ничего не надо, что я опережаю время. Развитие можно вкачать. Требует денег. Вот возьму, потребую денег. И всё. А тут, тут пока... А ничего, можно. Инквизитор. Или беспорядки. Что лучше? На данный момент. Ну, вроде бы крестим нормально. Там, где можно. Тут пока штрафы там огромные висят. Тут так и так не сможем. Я бы взял на беспорядки. Что там всякие поотваливались. Нехорошие люди. Хаски, Яск. Давайте на беспорядки уменьшение. Ставим. Ну, ждем. Пока что. Так, от османчика можно взять. Ой, Россия, Россия, Россия. А чё меня не завоюют? А, потому что я воюю, а сейчас мы выйдем из войны, и ты нас позовешь. Вот это ты себе забирай. А вот тут я обозначу под себя. Можно повоевать. Можно было бы и повоевать. О, Греция, здрасте. С Албанией. А чё осман ждет, я не могу понять. А, тут православие, он типа Россию что ли боится? Ну это тупо, наверное, то, что он боится России. Россия, она же никакая. Одна пехота. Голая. Так, ну, это мы будем брать по-любому. Че там, какие традиции? 54. Нормально. Традиционные традиции. Так, сразу подтянем туда два стека. Он по-любому позовет. Так, это знаю. Вот. Чернигов позвал. Насау?
А, на сау, это здесь. Тут таки бегают, чтобы стать в одну пробку и просто тупо дождаться. Не, мы будем бегать. Вы будете нас забирать по одной пробке, мы будем бегать туда-сюда. Ага, осман. Похитить карты. Запад Индийского океана. Есть что? Так нельзя... Нет, так нельзя нажать. Вот нет армии, прилегающей к этому региону. Какая нафиг разница, есть армия или нет? Ну, нельзя. Короче, ни хрена нельзя. Нет. Какая вообще разница, если там армия у меня? В чем логика? Я ж карты ворую, а не какие-то там планы наступления. Но если тут нанять, тут не наймешь, потому что. Давай пока прекращай тренировку, дай мне 1000. Но если я привезу сюда войска. Вот так. Продолжай тренироваться. Хотя не продолжай. Вот сюда подойди и тут продолжишь. Оп. И чё берем? Админская активность или все-таки вот это жестокое подавление? Я, наверное, возьму все-таки админ эффективность. Жестокое обращение, конечно, отличная штука. Но мне сейчас очки нужны, чтобы закрывать идеи военные. Возьмем это следующим. Пока сразу берем админ эффективность. Какая у нас она теперь? 22%. Да. Не густо, конечно. Но что есть, то есть. И тут закрываем. Заодно получаем меньше агры. Берем монетки. Так, а войска? Войска еще тянутся. Ничего. Подтянутся. Ну? Зовешь Россию? Или не зовешь? Вроде как должна. Набежало этих богемцев. Или не позовешь? Не, если не хочет, то я тоже не хочу. Ормус, а можем ли мы? Не можем. Еще 3 года надо ждать. Харасан, я вот тебя бы добрал. Ага, можно. Никто тебе не поможет. О, Афганистан отвалился. Не, ну Харасан, я, конечно, доберу, но вот это вот у него на 5 появится. Ой, ну появится и чё? Так, тихо. Попробуем своровать карт. Вот чё поменялось? То, что я привез туда 1000. Вот что поменялось? Ну ни хрена не поменялось. Ах ты тварь. Ты вот это не знал. Одна пробка. Тупо одна пробка. Так, иди сюда. Ты иди сюда.
Тут мул... А, нет, стоп, это Мултан. Это Мултан. А, это Мултан. Это не отвалилось к Харасану. Тю. Не, ну забрать его надо. Заодно и был Джистан. Тут тоже игра пошла. Надо, надо, надо. Крепость. Ну, крепость это она вот это вот все контролит. А тут крепость в горах. Это лучше, конечно. Но это не пускает никуда. Ни туда, ни сюда. Ни на север, ни на юг. И вот тут надо бы переместить сюда лучше крепость поставить. Ё-моё, тут уже шестерки доступны. Ну, давай поставим вот тут. Думаю, думаю. А тут... Ага. Но мне вообще-то вот здесь надо улучшать крепости. Все нельзя. Возвышение свободных участков стрельба нет. Серьезно? А то, что там крепость уже стоит, это ничего. Вот так типа можно, вот так нельзя. Так, столицу по-любому поставим. И вот тут надо вот это убрать. А поставить в муши. Поставлю тут четверку, я думаю, хватит. Потому что тут минус один, а тут минус два штраф. Вот. Плюс она тут тоже перекрывает полностью заход внутрь нашей страны. Так что тут пока так. Ну а тут не знаю. Пусть, наверное, стоят две. Не, ну а чё? Пусть стоят. Так, тут надо бы передвинуть сразу войска поближе. Так, командир. Так, я вижу, Россия не хочет называть. Ну, нам попроще будет. Отводим назад войска, значит. Пусть это долбится. Беда в том, что она может проиграть. Легко. Может победить. Черт его знает. Она такая. Что ее не поймешь. Так, беги, беги сюда за папкой. Вот, но это уже будет в следующей серии. Так, все. Ой, я забыл вернуть вот этого мужичка. Тут он поставил свое задание, выполнил. Давай, возвращайся сюда. Из Оденского, да? То есть Оденский. Ну, то есть, да, четверка уходит. Нормально. Ну, тут вообще половина. Взяли одну точку торговую. Две у него. И половину увозим. Нормально. Тут оно вроде бы само станет. Да, хорошо, ребята, на этом все. Прощаюсь, благодарю за внимание. Всем пока, до новых встреч.